Народ, привет. Компания Zapkia. Вечер, зима, гололед. Перед нами автомобиль Grand Starux D4CB, заднеприводный, как всегда, автомат. Попала к нам девушка, ездит на нем, попала с такой неисправностью, вибрация, идут проблемы. В ходе осмотра было выяснено, что это вот карданчик. Видите, во-первых, прижжена, давайте прокрутим. Смотрите, видите, вон, и вон видно, прям разбита чашка. И люфт есть, покажи, пожалуйста. Вот он, видите, разбита вообще. При включении скорости идет пинок. В общем, конкретно дискомфортная ситуация. Клиент принял решение, и будем его менять. Хотя мы и крестовинки можем перепрессовать. У нас народ... Есть продажи как оригинальные, так и неоригинальные карданы. Сейчас девушка выбрала оригинальный кардан. И в декабрь и, скорее всего, январь у нас действует акция. Мы их меняем бесплатно при покупке у нас. Но только единственное, это действует скидка на оригинальные карданы. Вот они вальцованные, видите, все корейские. Поэтому сейчас будем его устанавливать. Поэтому, если есть желание, пока на халяву поменять, приезжайте. Меняется кардан довольно-таки просто. Вот они, болты по периметру. Здесь держит карданчик. Вот сейчас покажу. Подвесной подшипник на двух болтах. И здесь у нас он вставляется в хвостовик коробки. Сейчас мы кардан снимем и покажем, как устанавливается тот. Вот так выглядит наш хвостовик. И вот сюда рабочей частью он вставляется, наш кардан. Сальничек. Как видите, чистенький, сухой, все нормально. Приступаем к обратной установке. В принципе, дело там, я не знаю, 10-15 минут. Вот он, наш карданчик. И тот, они идентичны, но, правда, лежат не вровень. Но сейчас мы их установим и отпустим девушку в путь-дорогу. Ну что, народ, кардан стоит. Заняло это 10 минут с перекурами. Все отлично. Всем удачи, если что, обращайтесь, поможем. До свидания.